трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Группа депутатов Госдумы предложила исключить административный арест из списка наказаний за неуплату штрафов ГИБДД. Также в перечне есть двукратная сумма штрафа и обязательные работы на срок до 50 часов. Парламентарии обосновывают свою инициативу тем, что автомобилисты зачастую не знают о том, что допустили нарушение, например, если письмо счастья где-то затерялось. К тому же, говорят думцы, у нас нередки случаи, когда штрафная квитанция приходит не тому гражданину. Трасса 101. Компания Suzuki через пару лет представит четвертое поколение знаменитого компактного внедорожника Jimny. Судя по всему, авто сохранит свой угловатый вид, фары круглой формы, рамную конструкцию и полный привод. Возможно, появление нового, более экономичного мотора. Сейчас новый Jimny с двигателем 1.3 мощностью 85 лошадиных сил и механической коробкой передач можно приобрести минимум за 1 миллион 145 тысяч рублей. Трасса 101. «Лада Веста Универсал», продажи которой начнутся ближе к концу этого года, будет стоить под 1 000 000 рублей. Речь идет об автомобиле в максимальной комплектации. От уже привычного седана он будет отличаться увеличенным клиренсом, дорожным просветом, задними дисковыми тормозами, а также наличием наружной кнопки открывания багажника и лючка бензобака с замком. Трасса 101. Белорусы презентовали свой первый электромобиль. За его основу был взят седан Geely SC7. Недалеко от Минска работает белорусско-китайское автопредприятие BelGy. Машину оснастили электрическим двигателем мощностью около 80 лошадиных сил. Максимальная скорость 110 км в час. Время зарядки от обычной розетки 6 часов. Руководство республики ставит перед производителем задачу массового производства электрокара. В Пермском крае сотрудник ДПС получил взятку в виде 20 тонн асфальта. Столько он затребовал за несоставление протокола в отношении дорожных строителей, которые нарушили правила безопасности при ремонте автотрассы. Асфальт полицейский получил, однако и протокольчик состряпал. Тогда-то подрядчик и пожаловался на предприимчивого инспектора и его руководство. В итоге стражпорядка лишился работы, а вскоре его ждет суд. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.